От Луки, Святаго Евангелия, чтение. Вон мем, во время оно, влезе Иисус в корабль, ученицы Его, и рече к ним: «Предем на он пол езера и поедоша, идущим же ему спе, и сниде буре ветренная в езеро, и скончахуся, и в беде беху, и приступши воздвигоши его глаголюще: наставниче, наставниче, погибаем. Он же восстав запрети ветру и волнению в одному, и улегоста и бысть тишина. Рече же им: где есть вера ваша? Убоявшийся же чудишися и глаголюще друг о другу: кто бо сей есть? Яко и ветром повелевает и воде, и послушают его».